Здравствуйте, меня зовут Марина Тетерина, мне 53 года. Живу я в городе Казани, работаю в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям. Пением я занималась с детства. В школьном ансамбле была солисткой, потом в местном дворце культуры в составе вокального ансамбля. Сегодня вашему вниманию я представляю песню собственного сочинения. Я надеюсь, она вам понравится. Надежда у тебя внутри, чтоб прозвенит звоночек, и голос тот далекий скажет: скоро буду я уже в пути. И счастье через край, и большего не надо, и встречи этой рада, как будто месяц май. И счастье через край, и большего не надо, и встречи этой рада, как будто месяц май. Так бывает часто, знаешь, понимая, что живешь надеждой встречи каждый раз. Но менять не хочешь, ведь судьба такая, ловишь те моменты здесь, всё и сейчас. И счастье через край, и большего не надо, и встречи этой рада, как будто месяц май. И счастье через край, и большего не надо, и встречи этой рада, как будто месяц май. Счастье прилетает снова, если с ним ты вместе под крылом любви. Радуешься жизни, что не так сурово, испугнуть боишься, ты не улети. И счастье через край, и большего не надо, и встречи этой рада, как будто месяц май. И счастье через край, и большего не надо, и встречи этой рада, как будто месяц май.